преимущество есть сегодня у Реала, но Бавария вполне возможна на своем поле. Но мы же не должны зацикливаться на Баварии. Сегодня есть такой клуб, как Атлетико, да, который идет на первом месте и который имеет все шансы, сыграв ничью у себя дома с Челси. И учитывая, что Челси, я так думаю, будет играть от обороны, смотря по последнему матчу в премьер-лиге в английской. Хоть и выиграли 2-0, но фактически они играли вторым номером, учитывая состав и мотиватора Мауриньо, то есть тоже будет интересно. Я бы, конечно, хотел, чтобы было бы Атлетико, да, допустим, Атлетико Бавария или Реал Челси, да, Реал Челси интереснее, потому что это, ну, с одной стороны, потому что это клубы, где работал Мауриньо, ушел, будет доказывать. Атлетико Бавария — это как бы впервые клуб за долгие годы попадает в финал Атлетико, да, по-моему, они даже не выигрывали Лигу чемпионов. Ну, не буду говорить. И с Баварией это, опять же, как, какие титулы завоюет, ну, Гвардиола, опять же, и для Атлетико. То есть, считаю, что интересно, для этих команд нет уже важности на чужом поле или на своем. Тут уже будет и тренерская игра, и везение, мне кажется. А потом мы все равно будем говорить о карме, о девушке, да, как сегодня Nike снял новую рекламу, и тот говорит, весь стадион мой. Роналдо говорит, кроме одного человека, раз девушка его. Поэтому тут же в этом смысле очень интересно будет. Такие матчи всегда интересны, потому что они уже бескомпромиссные.